Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала Султан TJ News. Итак, начнем. План весеннего призыва новобранцев в таджикскую армию выполнен на 50%, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. При этом, по данным ведомства, в 25 районах и городах Таджикистана призыв и вовсе выполнен на 100%. Кроме того, за последние 4 года лидером по всей стране остается Горно-Бадахшанская автономная область, где план призыва также полностью выполняется еще в первые дни кампании. Что касается других регионов, то к этому моменту показатель призыва в Душанбе составляет более чем 60%. Все 4 городских района за 20 прошедших дней кампании лидируют в графике весеннего призыва по сравнению с другими регионами. Что касается районов республиканского подчинения, то там этот показатель достиг 60%, а в Хатлонской области – 50%. На севере Таджикистана, в Сагдийской области, к этому дню план выполнен на 40%. Напомним, что весенний призыв в Таджикистане начался 1 апреля 2022. Он продлится до 31 мая. Призыву в ряды ВС подлежат лица мужского пола от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Отметим, что Таджикистан внедряет программу альтернативной платной службы. В январе 2021 были приняты поправки в закон, согласно которым любой призывник может не служить в армии положенные 2 года, пройти лишь военные сборы в течение месяца, оплатив 25,2 тысячи самани, около 2,2 тысячи долларов. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.